Оплату налога можно произвести через личный кабинет налогоплательщика, через приложение банков, также непосредственно в офисе банка или в территориальных подразделениях Почты России. В случае, если налогоплательщик относится к льготной категории по всем видам налога, то есть сумма к уплате по всему налоговому уведомлению равна 0 рублей, соответственно, налоговое уведомление сформировано не будет. А вот в случае, если льгота предоставляется на один из объектов, то в налоговом уведомлении будет указан только объект к уплате, по которому льгота не предоставлена.